пас сделал. Пас точно. Так, и снова Степан Рулин в шайбах. Здесь момент сегодня открытать ту самую трешечку, бросок. Лет, но пока он играет. Здорово отдал. Момент. Давай, бросай. Центр уходит. Ах, передержал. Ну! Ах! Все обошлось. Ближний угол, но эффектно. Ой. Ой-ой-ой, какой гол красивый! Занимает абсолютно точно. Забивает свою вторую шайбу в матче с русскими витязями. Номер 97. Это Кирилл Такин. Молниеносное решение. Пока так. Грамотно перешли, попал на силовой прием. Хороший прием шайбы, здорово обработал. Технично справляется на этот раз Шабулин. Перехватили шайбу спартаковцы, опасно Лещенко. Ой, там перекладина. Да. Может, нашу трансляцию смотрит? Конечно. И вот сейчас он что увидел, представляешь? Капитан команды «Спартак» Руслан Наврузов забивает. Момент. Хорошо подстроился под этот щелчок, да. Да, настоящий лидер атак. Момент, там борьба. Еще какая, один момент, Шабулин уже в падении атакует 17 номер. Второго периода позади, и пока она полностью прошла под диктовку Спартака. Попадает и сейчас, а сейчас режет угол Гриша и ворота не влетает. Еще стихи. Ой-ой-ой, какой подарок! Вырезает, но решил сам немного поводиться на Смирнова. Атака в упор. Бросок. Стрелял такой. Лещенко прорывается к воротам. Ворота сдвинуты. Давайте, получится. Ребят, сейчас то надо. Пас, ой, нет, как сейчас грамотно. Ребята сегодня в атаке, они бьются как об стену. Он же выкатывается на пустые ворота. Сараев бросает. Да! От Славы, ну, Сараева. Все, ладно, все. С почином, Слав. Прием за тебя. Слишком долго сушили игру. Просто безмерно, конечно. Это шайбе появляется надежда. Вячеслав Сараев, номер 77, отправляет шайбу в ворота. Да. Ну, на бросок.
Давай, 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 придумай. Ну, неплохой короткий тычок в сторону ворот от Крабского. Ух ты, хорош силовой прием. А шайба все равно оказалась в воротах. Поддержал. Один пустые ворота, и все в этом матче кончено. Следующие поединки домашние проведет команда русских «Витязей» со «СКА» варягами. Я думаю, должны по зубам. Все-таки